когда выбираем объекты динамические, ну, не общего вида, а вот первого порядка или там второго порядка, да, то чтобы не было видно значений, были буквенные отображения, для этого мы вот здесь вот в параметрах проекта, параметры расчета, да, параметры проекта, идем вот сюда, визуализация данных и отображение числа вместо вот этих вот блоков, где применимо. Ставим галочку, да, и, ну нет, отображать числа. Нет, не отображать. Show numbers. Показано, да, да. Вот так вот. Так, смотрим, запускаем. Ну вот он нам не показывает данные. Расчет он выполняет. Вот. Но в некоторых случаях он почему-то переворачивает, то есть меняет данные. Вот, вот этот момент вот не совсем понятный. Когда-то срабатывает, когда-то не срабатывает. Вот. Ну, для каких-то там статей научных, для учебных дел, то, конечно, лучше вот буквенное обозначение.